Многие будут задавать вопросы, почему не покатались на аттракционах. Тут реально такие очереди, блядь. Там реально, можно, блядь. Если тут покататься на аттракционах, даже на которых, да, которые остались, тусоваться. Да, да, будем в очередях, да, да, да. А в принципе тут делать некуда. Ну реально, чисто для нас, ну как бы, блядь. И вообще, блядь, это... Мы погнали, так на выход, да. Я думаю, в центр погнали, да? Походим в центр. Центр, там, там походим, там есть всякие Бургер Кинги, там есть что похавать, короче. Да, вот банки, сели. Возможно, да. Так что, все, мы уходим из парка, то есть. Ну, хотя хочется прокатиться на чем-то на аттракцион. Блядь. Хочется. Но... Сейчас, ну, блядь, в этой очереди стоять. Да это пиздец. Пиздец. Вот даже в художной, вот, художная, вот там, блядь, столько людей, ёбаный, вот, пиздец. Как будто все голодая, ёбки, да, внутри голодая. Так что не будем тратить время, погоним в центр. Там посмотрим, что есть, короче. Вот. Эти цены посмотрим, что, сколько стоит. Разрешите маленько? Ты туда поедешь, поедешь. Нет, вот, нет, вот, лодка, башня. Нет, хрень какая-то. Что за? Ты снимаешь? Не, вот это крутой аттракцион. Ну, блядь, тут такая, а вот очередь. Это лучший даже, я бы сказал. Вот такая очередь. Но еще хип-хоп. Ну, хип-хопа нету, блядь, давным-давно. Не, я имею в виду про аттракционы. Это они уже не знают, что такое хип-хоп, блядь. А, ну да, там. То есть это, его уже хотя нигде нет. Там старики. 68 лет. Вот чтобы вот на аттракцион это, блядь, вот, вот это вот очередь, вот надо вообще, вот, отождать, плюс в кассу, в кассу, короче, чтобы купить билет на этот аттракцион, блядь, это примерно такую же очередь надо отстоять, то есть, блядь, не аттракцион сам охуенный, ну, блядь, не вариант, столько времени. Может, дождемся, сейчас паузу нажми. Так это мы до 9 будем ждать. Нет, мы будем. Все заселились. Я имею в виду, дождемся, пока они начнут. А, ну да. Сейчас будет. Да, блядь, ничего.
сейчас даже говорю, да, блядь, нет, такая очередь. Короче, по поводу аттракционов надо сюда отдельно приезжать вне день города, да. И уже кататься, то есть, но не сейчас, когда эти огромные очередь. Понимаешь, потому что, блядь, вот именно в день города у людей какая-то шиза. То есть именно надо вот, блядь. Да? Вот как будто не катались. Как будто, блядь, не катались в натуре, блядь, нихуя, ебать. Нам тоже. Вот в обычный день, блядь, приедешь, блядь, нихуя тут нет, да? Да, то, блядь, ебать, такие километровые очереди, ебаный рот, блядь, в натуре какая-то шиза. Короче, мы двигаем в центр, короче. Хуй тут в парке делать нехуй. На цель. Взять. Ага. И хуяч. Все тут и слушают. В принципе, да, в натуре. Нам было, да, туда идти? Но! Нам было здесь, реально. А, пойдем на остановку, короче. Нам надо в центр. Может, сначала до этого? Не. Где изначально покупали? Не, ну его нахуй. Мы его покупали. Не, вот этих домов не было раньше. Реально. Нихуя нас строили быстро. Хай-тек или как? Эх, хуй вот сюда. Падает. Взяли, в общем, тут обычную воду, короче. 33 рубля стоит. Себина прохлада. Всегда в детстве двух медов на обычную воду. Да, обычная вода 33 рубля стоит. Она, сука, ценится, когда ты пить хочешь. Когда у тебя обезвоживание, это 100%. Ну, а мы ждем трамвай, короче, сейчас трамвай подъедет, двигаемся в центр. Короче, такая тема. Что, здесь? Ну да. Вроде не заходит больше. Там еще больше заходит, надо дальше двигаться. Короче, есть куда? Окей, есть куда дальше двигаться. Вроде все, вроде там остановилось, вроде. Мы не место. Урбан, я Урбан. Да, Урбан, ёпта, день города. Мамы должны дома быть в такое время с лялечками. Я своих не таскала в такое мероприятие. Я не надо меня обсуждать. Я просто можете сказать, я не хочу вступить в место. Нет, я хочу, чтобы дети были здоровы. А я педагог. Ну, вы можете педагогом хоть чего делать. Просто не нужно другое, ну, давайте осуждать. Просто говорите, я не хочу спать место. Я нет, не я не делать. Хочу, чтобы дети в нашей стране были больные. Психически. И физически. Ну, конечно. Ваши, наверное, здоровые. Да. Самые здоровые. Дай бог здоровья. Я первый раз привела ребенка на день города. Ох, бедный типа ваш ребенок. Замес. Нет, я очень счастлива, на самом деле. Не надо, пожалуйста. Вот еще одна. Вот видно, что ребенок педагог. Конечно. Я поэтому в солнце учусь, ребят. Давайте жить мигно. Давайте. А я же матери должны быть все-таки. Леопольд. Вот вы тут. Как бы тебя не запинали? Ну не должны, ну вот ты что? Вот, я разве тебя просила место уступить? Прости, вот на ты скажу. Потому что не, просто... не прощу. Я же матерей вообще не прощаю. Что, мирно не мне получится? Мне очень жалко нашу страну и наших детей. Если женщина сцепились, то это уже... Пожалуйста. Это бессмысленно. Вы знаете, я в своем... Уважаемая. Уважаемая. Да, пожалуйста. Короче, мы вышли из трамвая, чтобы не платить. Думаю, ладно, пешком дойдем, куда нам надо. Объебали систему, я думаю. Система наебана. Ждем светофора. А вот светофор наебать не получилось. Черный, Екатеринбург. Да. Я черный тебя вычеряли. Хотел.
Не, ну, кстати, город чистый. Вообще тут ничего нет, кроме листьев. Ты снимаешь? Да, да, да. Все так ходят в кофтах, в худи. ЕКБ горит, но не как Москва во Первую мировую войну. Книжки. А чё, отель? Отель. Ну, Делабанк. Да, 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 да. Да, да, вот он, мост. Все верно. Давай пропустим людей. Вот тут, короче, это набережная. Может, по ней пройти? Вообще другая речка. Другой город. Нет. Реально, даже вот в этой Додо пицца, вон, Додо пицца, и то все забито, короче. Возле цирка. А мы двигаем центр. Вот сейчас как раз. Охуеть народу. Если здесь постоянно бывает, то тут, в принципе, город не очень большой. Ну, все понятно. Ну, мы, конечно, впервые хули, блядь. Вон он, Гринвич, короче. Снизу. Так, даже охуеть, блядь. Нихуя себе, я не думал, что он такой, блядь. Масштаб. Масштабный, блядь. Ебать. Охуеть, блядь. Да, нам. Если ты Гринвич Синема, если кинотеатр есть. Нам прямо, нам сейчас все прямо, короче, иди. Не, это атмосфера, блядь, это так охуенно, эта атмосфера вот в данный момент. Самая лучшая, блядь, вот, которая была вот именно вот в этом месте, блядь. Тут какой-то парк, блядь, тут движуха то есть, блядь. Мимо этого парка. Блядь, столько народу. Ноутбук покупал свой первый. Вот он, Гринвич. Красавец, вот он, дошли до него. Придумал. Ох, блин, сколько народу. Китайцы завидуют. Народ, ну. Нет, а только сегодня так. Сколько народу, то есть. День города, так-то меньше. Реально. Смотри, а там что за здание? Смотри, такое огромное, вот, светящееся. Во! Охуеть, смотри. Так оно светится. Переливается. Значит. Не, же Югур поменялся с тех пор. Вообще такой другой город. Не такой, как который был 5 лет назад, да? Да. Вообще все другое, реально, блядь. Все другое. Особенно в центре. Все поменялось. Особенно в праздник. Да, ладно, погнали. Особенно в праздник, да. Ладно, погнали до центра. Не реально, он еще нужен, наверное. Ну вот там вообще пиздец. Чем ближе к центру, да, короче, тем больше народу. Это 100%. Сейчас вот. Смотри, KFC, тут все забито, короче. Вообще все забито. Там пиздец уже. Да не, сейчас после салюта ночью может быть там уже, знаешь. Сейчас не вариант, короче. Тогда давай выпьем. Ты выпьешь какой-то в центре там выпьешь, блядь. Ёп. Я так думаю, все в центр, вот, все вот, что тут люди, что вот надо там. Надо идти люди. Не это, не центр двигают. Не где питаются, а просто в магазин. Пятерочка, типа магнит. Какой магазин, блядь? Все уже, все закрыто, блядь. Ладно, пойдем.
Идем, светофор уже. Ты опять